заготавливаем сено нашим животным. Нам надо его вот столько. Этого поля, естественно, будет мало, надо гораздо больше. Но я думаю, если погода будет нормальная, мы несколько укосов сделаем здесь. Дальше будем докупать, искать по стране сено и будем приобретать, либо менять на что-то, на каких-то животных. Ну, как в принципе, обычно мы это делаем. Нового ничего. Тракторист косит профессионально. Трава в этом году хорошая. Немножко даже можно было косить чуть раньше. Ну, как получилось у тракториста. Еще вон там кусок.